Привет, друзья! В России спутниковая система «Гонец» и компания «Geoscan» впервые реализовали технологию управления БПЛА через спутник. Для тестирования использовался БПЛА «Geoscan 201» компания «Geoscan». Эксперимент провели на Сахалине. Стоит отметить, внедрение данной системы позволит создавать и автономные морские дроны. На дрон «Geoscan 201» был установлен российский бортовой модем «Гонец», и все управление беспилотником шло через российские спутники. Для управления были разработаны специальные мини-антенны, которые встроены в БПЛА. В ходе тестов оценивалась возможность установки связи, передачи данных телеметрии с БПЛА «Geoscan» на космический аппарат «Гонец-М» и отправки команд с наземной станции управления на БПЛА через спутник. Эксперименты показали эффективность созданной системы связи. Были успешно переданы данные о местоположении, телеметрические данные БПЛА в центр обработки данных, а также отправлена команда через спутник о принудительном возвращении на место запуска. Электрический БПЛА «Geoscan 201» имеет взлетную массу 8,5 кг и способен развивать скорость до 80 км в час на высотах до 4000 метров. БПЛА способен нести полезную нагрузку в 1,5 кг на дальность до 210 км и может находиться в воздухе до 3 часов. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.